же сейчас попадем сюда. Лёш, погоди. Держи. Что случилось? Ты что делаешь? Как что? Хочу этот шарик подарить и подарить мадаму. Ну, кто так дарит подарки? А как надо? Да, я тебе покажу. Сейчас будешь. Нет, я. Смотри и запоминай. Сейчас мне его подарят. Сначала подтянулся, улыбнулся, красиво подошел и говоришь: мадам, это вам. Все понял. Все понял. Давай вперед. Красиво подтянулся. Красиво улыбнулся. Красиво подхожу. И говорю: мадам, это вам. Леша, пошел опять скучать. Ну кто такие подарки дарит таким красивым девушкам? А что, смотри, какой длинненький. Ну ты подумай своей кучерявой головой. А то ты думать нечем, оказывается. Подумай. А, придумал. Подержите. Вообще ты два раза побиваешь. Мадам, это вам. Спасибо. Стоять. А что опять случилось? А с этим будем что делать? С этим? А, я придумал. Уже классно, да?